проходить акции гражданского неповиновения. Пока это акция протеста, если необходимо, будут акции гражданского неповиновения. Вплоть до того, что если будет необходимо, лично я в 92-м году давал присягу на верность народу Украины, а не взорвавшейся политической службе. Поэтому я, как гражданин Украины, считаю своей обязанностью защищать любыми доступными методами, вплоть до того, чтобы защищать изнасилованную и ограбленную Украину с оружием в руках от всей этой цветной смерти.